Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам представить две модели, которым я нарисовала схемы узоров, и мы конкретно по каждой модели будем разбирать, как ее правильно связать, какую пряжу подобрать. Итак, перед вами свитер шоколадного цвета, выполненный в классическом стиле с вертикальной направленностью шикарных рельефных узоров. Такой дизайн позволяет изделию идеально сидеть на фигуре, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. Как известно, такое расположение узоров вертикальное визуально вытягивает силуэт, что может быть особенно актуально для обладательниц пышных форм. Свитер связан отдельными деталями снизу вверх, что обеспечивает его идеальную посадку по фигуре. Я считаю, что надо использовать пряжу средней толщины для этого изделия, чтобы он был и мягкий, и теплый. Здесь, конечно же, больше подходит пряжа с добавлением шерсти. Чем натуральный состав, тем лучше изделие. Ну и, соответственно, и дороже. Эта модель актуальна и универсальна, так как может сочетаться с разными стилями одежды. Свитер будет гармонично смотреться как с классическими брюками, с юбками, так и с более непринужденными джинсами. Далее, при выборе подходящих вещей для сочетания с этим свитером, конечно же, следует учитывать цвет, фактуру. Но цвет шоколада, богатый, насыщенный, я считаю, является универсальным. Хорошо комбинируется с другими разными оттенками. И когда вы будете свяжете себе такой джемпер, универсальность его позволит вам легко и быстро подобрать другие варианты одежды, которые будут хорошо гармонировать друг с другом, создавая стильный и целостный образ. Давайте сейчас посмотрим схему узора, которую я нарисовала, и какую я рекомендую вам выкройку. Давайте обратим внимание на узоры. Смотрите, у нас используется в шахматном порядке сложная коса, которая перекрещивания идут у нас в несколько этапов, и бабочки, такие интересные двойные бабочки, да, и все это в шахматном порядке друг за другом вот так сочетается. Я нарисовала вам схему. Обратите внимание, рукава у нас так густо не украшены узорами. Я так предполагаю, в спинке, к сожалению, не вижу, что спинка связана либо лицевой гладью, либо изнаночной. Не рекомендую я слишком загружать изделие узорами, и по переду этой красоты вполне достаточно. Но при особом желании можно перед и спинку сделать одинаково с узорами, да. Рукава у нас бабочка здесь идет, вот большая такая объемная. Но я бы сделала одну полосу, не будем ничего смешивать, просто одну полосу вот этого рельефного узора, как у переда. Так, и спинку, конечно, либо лицевой, либо изнаночной гладью желательно. Высокий ворот, как вы видите, горловины, связан резиночкой 1 на 1. Сложную кетлёвочку здесь, вот видите, можно повторить, если будете вязать вручную, в виде изнаночного одного ряда по вырезу горловину на круговых спицах. Свяжите первый ряд изнаночной и уже потом приступайте к вязанию резинки 1 на 1. Рукава у нас также отделаны резиночкой 1 на 1. Ну, смею предположить, что низ у нас тоже отделан резиночкой 1 на 1. Вот такая красота может у вас получиться. Если вы возьмете среднюю пряжу средней толщины, у вас, конечно же, не столько будет рапортов умещаться узора. Это машинная вязка, хочу подчеркнуть. Здесь очень
Здесь другая плотность вязания. При ручном вязании это будет еще более объемно, рельефно смотреться. Просто шикарная будет по красоте вещь, считаю. Давайте посмотрим выкройку. Вот такую выкройку классическую я вам рекомендую, девочки. Это, как вы видите, свобода облегания этого джемпера достаточно по фигуре, то есть небольшая. Достаточно 5 сантиметров прибавить к вашим объемам. И здесь у нас данные мерочки на первый размер 42-44 российские, дальше идет 46-48, и третий идет 50-52 размер, вполне шикарно, идеально подходит. Вот в этой выкройке вы можете прям воспользоваться по своим размерам. Единственное, на рост обратите внимание, здесь, конечно, рост выше среднего на модели, соответственно, выкройка дана тоже на рост выше среднего. Обязательно отредактируйте момент вот этого высоты, ширины изделия, ладно, а вот высоту изделия надо, конечно, и высоту рукава, длину рукава тоже откорректировать. Теперь давайте посмотрим схемы узоров. Вот таким образом я расположила схемы. Зеркальность отобразила, как я вам говорила, вот у нас идет бабочка, и вот у нас сложная коса идет вверху. И все это зеркально отражается. В целом у нас такая полоса занимает 28 петель, и ширина рапорта 38 рядов. Здесь показаны только лицевые ряды, изнаночные мы вяжем, как смотрят петли. Все это, как вы видите, на фоне изнаночной глади располагается. Ну и все, собственно, давайте посмотрим теперь условное обозначение. Горизонтальная черточка – это изнаночная петля, и пустая клеточка – это лицевая петля. То есть лицевая гладь и изнаночная гладь здесь используются. Все вот эти вот скобочки такие фигурные – это перекрещивание петель направо, 6 петель. Здесь перекрещиваем 6 петель налево, вернее, наоборот. И здесь то же самое, по 2 петли перекрещиваем. А, влево, все время влево перекрещиваем, вот так. Так, давайте обратимся теперь ко второй нашей модели. Перед вами джемпер нежно-розового оттенка, выполнен в свободном стиле, с мелкой вертикальной направленностью рельефных узоров, которые прекрасно смотрятся на фоне изнаночной глади. Эта модель, я считаю, идеально подойдет обладательницам пышных форм. Она зрительно вытягивает фигуру, делает стройнее фигуру. Джемпер выполнен из пряжи средней толщины. И это является оптимальным вариантом для его, так скажем, использования в зимний период времени. Он будет теплый, мягкий, хороший, да? Такая модель, конечно же, актуальна. Розовый цвет – это классика, которая подходит практически всем. Такой свитер можно носить на повседневку джинсами, брюками. Ну, или для более элегантного образа его можно скомбинировать с юбкой-карандаш. Когда вы будете подходящие вещи, аксессуары выбирать для данного джемпера, стоит учесть несколько моментов. Во-первых, нужно подобрать вещи, которые будут гармонировать друг с другом. Розовый цвет джемпера хорошо сочетается с коричневым, бежевым, серым и черными цветами. А теперь давайте более детально посмотрим узоры. Я покажу вам схему и покажу вам выкройку, которую вы можете использовать при вязании, на свои размеры сделать расчеты. Смотрите, в данном джемпере у нас используется целый микс узоров, которые на фоне изнаночной глади располагаются. Центральный у нас используется вот этот мотив. Сейчас увеличиваю. Вот такой красивый мотив рельефный. Затем идут жгуты зеркально-симметрично. Еще идут вертикальные дорожки.
тоже рельефный, и все это с двух сторон как бы зеркалится узор соты, тоже рельефный. Нарисовала схемы. Еще хотела подчеркнуть, девочки, что у нас, вот смотрите, видите, здесь используется полупатентный узор. Рукава и часть вот этого полотна, крайне правая и крайне левая, используется полупатентная резинка. При вязании полупатентной резинки будьте, пожалуйста, внимательны. Оно по вертикали, полотно как бы другой плотности, да, то есть лицевая и изнаночная гладь всегда плотность другая, чем у полупатентной резинки. Поэтому, если вы будете все-таки брать полупатентную резинку, вяжите ее более свободно, чем основное полотно, вот этого узорную часть, да. Либо я рекомендую вам воспользоваться узором путанка. Это та же самая будет вертикальная плотность, и вам не придется потом как бы переживать по поводу разной плотности по вертикали узоров. Вот, смотрите, спинка у модели у нас. Показываю вам спинку. Она у нас также связана этим прекрасным узором. У нас очень свободный стиль, так прям много берется на свободу облегания. То есть, да, вы видите, оверсайз. У нас двойная планка, но учтите, что это машинная вязка. Возможно, и одинарная будет достаточно вязаться. Нижняя планка, верхняя планка и планка рукавов вяжется резиночкой 1х1. Берутся спицы более тонкие, чем для вязания основного узора. Ну, так обычно используется. Так, теперь давайте про схему. Вот такие у нас получаются узоры. Здесь, как я вам сказала, начнем с центрального мотива. Вот он у нас перед. Здесь у нас идет центральный мотив, верхний узор. Занимает 6 рядов в высоту центральный мотив. Здесь идут еще жгуты. Смотрите, у них разная высота. То есть вы видите, высота раппорта разная. Всего 4 ряда жгут у нас из 4 петель справа-слева. Вот. И здесь 6 рядов, вот этот центральный узор. Дальше. Из 4 рядов у нас также состоит такой узорчик средний, вы видели, да, который идет после жгутов. И самый нижний узор – это узор соты. 12 рядов в высоту составляет данный узор. Вот. Имейте это в виду, делайте скрин экрана, все схемы перед вами. И выкройка, которую я тоже подобрала. Вот такая выкройка. Можете воспользоваться, в принципе, теми размерами, которые здесь приводятся. Ай, размеры уходят. Ну, смотрите, у нас спинка перед одинаково вяжется. Различие в вырезе горловины, в глубине, так скажем. И небольшой такой окат, чисто импровизированный, сделан у рукавчика. Рукав широкий. И, в общем-то, здесь вот высота резинки не та. У этой выкройки ее можно поднять чуть выше, да. Длину, конечно, под себя я рекомендую. Рукава, изделия по своему росту, конечно же, подогнать. А в ширину можно воспользоваться. Видите здесь, насколько много размеров. Вот это 55 ширина. Это на маленький размер 42-44. Если свободный крой такой достаточно свободно использовать. Вот. И там дальше уже идут. Это российский размер, я вам назвала. По вашему размеру. По вашей ширине, по вашему желанию. Всем, кому интересно, как сделать расчет на свой размер по своим индивидуальным меркам. Ссылка будет под видео, девочки. Совершенно бесплатный, понятный, доступным языком изложенный урок, видеоурок, как я показываю вам на примере одного из джемперов, как сделать расчет петель
как расположить правильно узоры симметрично, воспользовавшись нехитрыми расчетами, и как посчитать ряды, для чего вообще мы считаем горизонтальную и вертикальную плотность, я там тоже объясняю в этом видео бесплатном уроке. А сейчас, мои хорошие, до новых встреч!